Воскресенье, 25 ноября, выдастся богатым на события. Будет благотворительный концерт «Музыка жизни», о котором мы примерно полчаса назад уже рассказывали. А кроме этого, будет спортивное событие. Гандбольная команда «Пермские медведи» будет биться с клубом из Дании под названием «Колдинг». Что ожидать от этого матча болельщикам, мы сейчас расспросим нашего утреннего гостя Игоря Пастухова, тренера команды «Пермские медведи». Доброе утро. Доброе утро. Вы как один из основателей команды клуба гандбольного у нас в Перми. Вы вообще ждали и рассчитывали, что будете на таком сильном европейском уровне играть? За 13 лет существования команды я, конечно, не ожидал, что так быстро к нам приедет один из сильнейших клубов Европы. Это на самом деле так. Сегодня приезжает топ-команда, команда Киев Колдинг, которая представляет Данию. Дания действующий чемпион Европы, поэтому приезжает одна из сильнейших команд Европы. Команда «Колдинг» на сегодняшний день одна из лидеров чемпионата Дании. Поэтому будет очень интересная игра с очень сильным соперником. Готовы ли к такому сильному сопернику? Ну, посмотрим, игра покажет, потому что немногие верят, что мы победим. Команда «Колдинг» очень сильная команда. Но для новичков или для дебютантов, которыми мы являемся, для нас мы прошли первые два раунда. Если мы выиграем эту игру, это будет большой успех для всего пермского гандбола. Что будете противопоставлять? Уже есть какие-то там стратегические ходы? Или это тайна? Мы сегодня проводили собрание с ребятами, мы готовимся к этой игре. Говорили много о тактике, о соперниках. В команде «Колдинг» играют два игрока мирового класса. Это нападающий Ким Андерсон и вратарь Каспер Квит. Поэтому два игрока – это игроки мирового класса. И приглашаю болельщиков посмотреть на хороший гандбол. Какие задачи ставите перед игроком? Потому что такой сильный соперник, нужно правильно, видимо, настраивать игроков. Ну, они такие же люди, они также нервничают, также переживают. С учетом того, что у них дальний путь, приехать сюда на Урал не так много, не так мало по времени занимает. Кроме этого, есть разница в часовых поясах, поэтому есть факторы, которые складываются в нашу пользу. Будем стараться, я думаю, приложим все силы, все свои умения для того, чтобы эту игру выиграть. Если ситуация сложится так, что, несмотря на все усилия, не получится одолеть сильного соперника. Ну, давайте будем надеяться на лучшее все-таки. Мы все-таки настроены. Да, будем настраиваться на победу, а там посмотрим. Какие-то. То есть вы вообще никаких вот таких вот темных мыслей не допускаете? Я думаю, что если проиграем, такой большой трагедии не будет. Большой трагедии не будет, но побиться с одним из сильнейших клубов Европы – это очень престижно. Я думаю, что вся Россия будет смотреть, те, кто понимает, знает гандбол, будут за нас переживать и болеть. Ну, нам остается только напомнить, что, где, когда, в какое время, в каком месте болельщики смогут. 25 ноября во дворце спорта Сухарева в 3 часа начинается этот матч. Поэтому всех болельщиков приглашаю на эту хорошую игру, на зрелищную. Будет хороший матч, будем очень стараться. Спасибо, будем болеть за вас. Спасибо. Я напоминаю, у нас в гостях был тренер команды «Пермские медведи» гандбольной команды Игорь Пастухов. Оставайтесь с нами, у нас впереди еще немало интересного.